Следующий! Как ты? Вот это малыш Педро! Хорошо. Что такое? Почему ты грустный? Все в порядке? Нет, говори ртом! Это ты малыш Педро? Да. По мне так ты не такой уж и малыш. Давай, потихоньку раскрывайся, можешь быть свободен в своих выражениях. Чем ты занимаешься? Я делаю музыку. Пою. И как долго ты поешь? Это долгие истории. Ну, поделись с нами, расскажи. Это же прослушивание, сцена твоя. Так что максимально используй свое время. Сколько ты уже занимаешься пением? Я... Моя мать умерла до того, как я родился. Сочувствую, брат. Подожди, она умерла до твоего рождения? Да. Ты сказал до твоего рождения? Да. Папа женился на матери сразу после моего рождения. А потом она умерла. И вот с тех пор я начал петь. До рождения. Я вообще ничего не понял. Есть песня, которую меня научила мама, когда мне был 3. Я хотел бы спеть. Но ты же сказал, что она умерла. Я не до конца понял. Твоя мать умерла до твоего рождения? Да-да, еще она здесь. Подойди, поздоровайся, ма. Стоп, что? Пожалуйста, маме моей похлопайте, пожалуйста. Хорошо, спасибо. Мадам, у вас замечательный сын, правда? И спасибо, что вы привели его сюда к нам на прослушивание. Сейчас как вас зовут? Малыш... Малыш Педро. Малыша Педро. Сколько он поет? О, начал петь еще в утробе. В утробе? Я знала, что он станет великим певцом. Ну только не плачь. Спасибо, мамочка. Просто странно, что он сказал, что вы умерли до его рождения. Ладно, это не важно. Освободите сцену, чтобы он наконец-то выступил. Давайте насладимся выступлением. Спасибо, мама. Мама, не уходи. Мама, не уходи. Останься. Я не смогу, мама. Не переживай, ей просто нужно отойти ненадолго, пока ты выступишь. Спасибо, 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 уходите, спасибо. Огромное вам спасибо, маман. Малыш Педро, ну что ж ты? Мама, не уходи, пожалуйста. Достаточно, малыш Педро, вставай, успокойся. Успокойся, не нужно плакать. Хорошо? Приступай к выступлению. Моя мама научила меня этой песне. Хорошо. Перед смертью. Хотел бы спеть. Моя мама рассказала мне про эту песню во время умирания. Я держал ее в этих руках. Как скажешь. Я был совсем малыш. Где-то 3. Что я там понимал? Музычку. Мама, почему ты умерла? Оставила меня одного, когда мне было 10. И батя тоже плакал, был весь в слезах. Почему, почему? Чо-чо-чо. Я потерял лучшего друга, когда мне было 11. Почему, да почему? Почему, почему ты меня оставила? Почему ты пошел через дорогу? Ведь там же не было светофора. Разве тебя мама не учила? Почему? Мы с тобой даже не попрощали. Спасибо. Я потерял еще одного друга. Спасибо, спасибо. Когда мне было 14. Спасибо, Педро. Когда мне было 20, я потерял. Малыш Педро, спасибо. Я не понимаю, почему все, про кого ты поешь в своей песне, погибли. Почему все они мертвы? Ты пойми, это ведь прослушивание, а не групповые похороны. Почему ты плачешь? Малыш Педро, послушай меня, послушай. Хочу дать тебе еще один шанс. Исполни, пожалуйста, что-нибудь, что не связано со смертью. С потерями друзей, матерей. Спой что-нибудь, например, о любви.
Песню, которая людей развеселит. Про счастье? Да, чтобы все послушали и повеселели. Ты можешь? Да. Пожалуйста. Ну там такой же музыка просто. Ничего, все в порядке, окей. Малыш Педро, я счастлив. Все, давайте вместе со мной. Давайте и налево, и направо, и налево, и направо. Спасибо. Я счастлив, это песня про счастье, да? Даже если твой друг умер, просто будь счастлив. И даже если ты потерял свою матерь, тоже будь счастлив. Прямо как я. Хватит, пожалуйста, остановись. Я потерял вообще всех. Хорошо. Я все еще счастлив. Тут опять все умерли. Что с тобой не так? Почему ты всех потерял? Объясни. Это просто история моей жизни. За такой короткий промежуток твоей жизни все умерли. Сколько тебе лет? Мне 34. 34? И ты малыш Педро? Ты уже скорее папа Педро. Слышишь? Как так вышло? Просто молодо выгляжу. Да неужели? Вот прям настолько. Люди мне это часто тоже говорят. Так, ладно, Педро, я просто скажу тебе, что спасибо, что ты к нам пришел, но мы не хотим, чтобы люди из-за тебя плакали. Иди, плачь вон там, мы не хотим на тебя смотреть. Конечно, большое спасибо, что ты к нам пришел, но, к сожалению, ты расстроишь свою маму, потому что ты не прошел прослушивание. Давай ты сходишь, еще выучишь нормальных песен, и потом к нам вернешься. Вы же понимаете, что я убью себя и умру. Педро, послушай, вот это уже слишком. Давай кое-что тебе скажу. Самоубийство — это не выход. Самоубийство, просто убийство, убийство любого вида — это не выход. Пожалуйста, ты этого не заслуживаешь. Не убивай себя, Педро. По любой причине. А я что, не рассказывал, что я как-то уже утонул до смерти? Ты меня вообще не слушаешь. Еще один раз я умер под экспрессом. А знали бы вы, что сделала моя матерь со мной? Не забывайте, она умерла до моего рождения. Педро, просто послушай, ты просто не можешь убить себя. Ты не имеешь такого права. Ты слишком юный, ты слишком старый для этого. Понял, пожалуйста, не убивай себя. Просто иди, подучи немножко песни. Или придешь и станцуешь нам стрит-дэнс. Спасибо, спасибо. Лучше будь живым просто. Спасибо, спасибо вам. Спасибо вам всем. Я знаю, что все равно умру, но люблю вас, безумный. Спасибо. Мы тебе не судьи. Спасибо. Следующий. Чё сказали? Нет, я говорю спасибо большое, все, до свидания, спасибо. Я всех люблю. Я всех люблю, спасибо большое. Спасибо. И особенно спасибо моей мамочке за то, что она сделала. Храни ее, Господь. Хоть мама и умерла, я все равно ее вспоминаю. Спасибо, Педро, иди уже, Господи.